Пожизненный срок получил житель Павлодарской области за убийство 7-летней Миланы Давыдовой. Мать девочки приговорили к 20 годам тюрьмы. Напомню, эта громкая история произошла в ноябре прошлого года. Позже мать погибшей призналась в преступлении. Были задержаны женщина и ее знакомый. Сегодня суд вынес им приговор. В своем последнем слове оба просили смягчить им наказание. Надо похоронить по-человечески. И я показал место, куда спрятал труп Давыдовой Миланы. Если, как Давыдова указывает, что я душил Милану, она рядом стояла, почему она не кинулась на меня защищать своего ребенка? Я не виновата, я не виновата, я вообще прошу меня внимания. Я не виновата, я не виновата, потому что я их любила вообще. Я прошу тоже, как-то ничего не